по себе эмоциональный интеллект как модная теория не приносит особой пользы. 28 октября в CBSD мы завернем эмоциональный интеллект в практическую плоскость. Мы рассмотрим, пожалуй, самую тонкую и эмоциональную область работы руководителя – работу с демотивированными, перегоревшими сотрудниками. Особенно эта работа необходима, когда сотрудник нужен компании. Что интересно, почти все демотивированные сотрудники потеряли мотивацию не просто так. Чаще всего они в чем-то обижены на компанию или руководителя. Но прояснить это им не удалось. 9 из 10 руководителей склонны либо осуждать сотрудника за отсутствие мотивации, либо читать ему мотивационный спич о том, как надо любить свою компанию и работать на благо ее и ее процветания. И только 1-2 руководителя готовы вскрыть болезненные чувства. Часто здесь присутствует гнев, зависть, тревога за свой статус. То есть чувства, о которых говорить непросто, говорить не принято и даже стыдно. Но говорить надо. Мастер-класс 28 октября – это вечер практики. Это знакомство с техникой разговора, которая позволяет вернуть интерес, доверие и мотивацию.